Доброе утро! Меня зовут Луиза, и если вы только открыли глаза и не можете проснуться, то я как раз вовремя. Предлагаю сделать вам бодрящую зарядку. Начнем с обычной спокойной разминки. Руки на пояс, повороты головы вправо, влево, вправо, влево. Встаем, встаем, не ленимся. Еще раз, два, три, четыре. Спокойно делаем, не торопимся. 7, 8. Теперь наклон вперед, назад. Без резких движений. Мы только начинаем. Еще назад. Вперед. Назад. И последний раз. Вперед. Назад. Хорошо, работаем плечами. Делаем круговые движения. Назад. Еще выше, выше, выше. Амплитудные движения. Молодцы. 5, 4, 3, 2. И вперед. И раз, два. Хорошо. 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Правая рука перед собой. Левый берем под локоть и тянем руку на себя. На себя. Правое плечико стремится вниз. Еще небольшая суставная гимнастика с утра. Очень полезно. Поменяли руку. Под локоть. Хорошо. Тянем, тянем, тянем. Просыпаемся. Молодцы. Работаем тазом. Круговые движения вправо. Руки на поясе. Плечи стоят на одном месте. Еще, еще. 4, 3, 2. И в другую сторону. 5, 4. Молодцы. 3, 2, 1. Делаем наклоны. Правая рука вверх, наклон влево. Возвращаемся назад. Поменяли руку. Левая рука. Вернулись назад. Еще. Раз. Два. 3, 4. Растягиваем косые мышцы пресса. Будем нашу талию. Еще. Раз. Два. 3, 4. Корпус не заваливайте. Следите за спиной. Пресс подтянутый. И последний раз. 2 и 1. Хорошо. Закончили. Ноги чуть шире. Делаем 2 пружинки к правой ноге. 3 в центр и 2 к левой. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вернулись. Еще разок. 1, 2. Колени не сгибаем. 3, 4, 5, 6, 7. Вернулись. Продолжаем. Еще. 1, 2. Достаем пальчиками до пола. И 5, 6. Вернулись. И последний разок. 1, 2. Вот, с каждым разом опускаемся все ниже и ниже. 7, 8. Молодцы. Ставим ноги вместе. Ладошки кладем на коленки. Делаем круговые движения вправо. Пятки от пола не отрываются. Может что-то хрустеть, щелкать. Это не страшно. Главное, чтобы не было никакой боли. 1, 2, 3, 4. И в другую сторону. Ну как, уже проснулись? Еще 5, 6, 7, 8. Молодцы. И разминаем стопу. Ставим ногу на носочек. Делаем круговые движения пяткой в одну сторону. Еще, еще разминаем стопу. Стопа очень важная часть человеческого тела. И в другую. Хорошо, меняем ногу левая. Большие круги чертим пяткой. И меняем сторону. Хорошо, мы немножко развялись и готовы приступать к упражнениям. Делаем несложное, но очень эффективное. Ноги на ширине плеч. Приседаем. Проползаем вперед. И возвращаемся назад. Делаем прыжок вверх. Еще раз. Присели, проползли вперед, вернулись
сделали прыжок вверх. Поняли? Поехали! Вперед, назад, вверх. Получилось? Пробуем еще раз. Вперед, назад и к звездам. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Выше, прыжок. Молодцы. Не останавливаемся. И вверх. Можем еще два раза. Дышим, 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 дышим. Вверх. И доделываем. И назад. Вверх. Хорошо. Ложимся на спину. Поднимаем ноги вверх. Поднимаем руки вверх. Делаем подъем вверх и хлопаем в ладоши. Опускаемся вниз. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Колени не сгибаем. Ножки натянутые, как струнки. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Ну как, все получилось? Вы большие молодцы. Я с вами не прощаюсь и говорю до встречи.